Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Партнер программы КПК Gold Invest. Реальные доходы в реальном времени. Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Вам будут отчаянно мешать незавершенные ранее дела. Похоже, придется ими заняться, сколь бы сильно вы не спешили. Или занятиями кого-нибудь другого. Телец. Велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия. Близнецы. Вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых. Рак. Вы будете на редкость легки на подъем. Планы ваши будут часто меняться. Поэтому стоит повнимательнее отнестись к тем, с кем у вас назначены встречи. Лев. Этот день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны. Дева. Не пытайтесь вмешиваться в чьи-либо дела. Ваше желание помочь оценено не будет. Весы. У вас может появиться впечатление, что окружающие поголовно впали в детство. Единственное, что в такой ситуации можно сделать, это присоединиться к ним. Скорпион. Вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось, рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что. Оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно. Стрелец. Вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач. Однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы. Козерог. Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил. Ни к чему хорошему эта затея не приведет. Водолей. Вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать. Ибо хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много. Рыбы. Этот день может стать одним из решающих в вашей жизни. Не упустите свой шанс, если таковой представится, дабы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Gold Invest в Орске уже 6 лет. Мы даем надежность и сохранность вашим сбережениям долгие годы. Орск, проспект Ленина, 21, Гай, улица Ленина, 48.